Всем привет, с вами К9 Александр. Продолжаем обзор о строительстве жилого комплекса Енисей по адресу улица Прибойная, 37, строение 1, 2 и 3. Конец апреля. В здании номер 2, которое сейчас в центре экрана, построен 14 этаж и 8 этаж обложен кирпичом. В здании номер 3, которое сейчас на ваших экранах, построен, или точнее строится 17 этаж, и также, как и в прошлом обзоре, 14 этажей обложены кирпичом. Изменения незначительны. А вот в здании номер 1, которое сейчас вы увидите справа на ваших экранах, у нас также 11 этажей, но было 5 этажей обложено кирпичом, а теперь 9. Также в здании номер 1 и 3 у нас балконы обложены кирпичом. И есть информация, что высоту дома растут медленно по той причине, что не хватает высоты кранов, и из Китая идет вставка для того, чтобы увеличить эту высоту. Ну что ж, увидимся через месяц. С вами был К9 Александр. Всем пока!